Выпавший снег стал причиной целого ряда ДТП. Так, на улице Терешковой участниками аварии стали по меньшей мере два десятка машин. Любительское видео сняли очевидцы. Раз, два, три, четыре, пять. Еще жестко. Куда ты летишь? Сейчас еще плюс один. Считать пришлось долго. Скользкая дорога не оставила шансов автомобилистам, пытавшимся прибавить скорость. Разбитые машины заняли практически весь мост. 14, 15, 16, 17, 18. Продолжение следует. В эти выходные оренбуржцы массово отправились переобувать свои автомобили. В шиномонтажных мастерских сейчас ажиотаж.